Какие-то вопросы? Я просто хотела добавить, что действительно негативные отзывы, они работают в плюс, потому что их люди читают. Во-первых, у нас расширяется аудитория, потому что есть те, которые специально вот они этим живут, да. А во-вторых, даже отзыв на негативный, если отвечают в течение там короткого периода, идет ответная реакция. Люди, которые реально ищут себе, ну, в данном случае место отдыха, они этот момент тоже отмечают. И это сразу же плюс, который закрывает. Согласен. Я читала целую литературу по работе с негативом. И могу сказать еще два очень важных момента. Первый момент – это то, что когда люди пишут негатив, они тратят время. То есть, представляете, человек потратил свое личное время, он катал вам комментарий, отзыв. Ну, представьте себе, сколько человек сил и энергии потратил, чтобы с вами пообщаться. Было бы хуже, если бы ему было просто все равно. Вот вы его обидели, он взял и прошел мимо. Он даже про вас не рассказал, не сказал, а его это задело. Ему прям больно, ему прям хочется, чтобы вы стали лучше. Ему прям хочется, чтобы вы стали лучше. Потому что у него, грубо говоря, были какие-то, возможно, завышенные ожидания, вы не дотянули до этих ожиданий, но он хочет, чтобы вы дотянули. Самое главное здесь, каждый для себя должен какие-то уроки взять, да, вот это вот посмотреть, что и как. Ну, смотрите, если про бизнес, очевидно абсолютно. Нет, я, знаете, я... Стоп, у нас совершенно есть вариант, мы с самого начала говорили, он у нас есть. Просто мы... Есть еще информация, интересно. У меня предложение есть другое совсем. То есть вот так вот, слушай, я логического не вижу. 57 регионов Российской Федерации, да? И 12 зарубежных стран, да? То есть давайте, я согласен с тем, что... Значит, с вашего позволения я... Чё, как тебе, Максон, завтрак? Плотный, хороший. Вот блины утащили у кого-то. Да, нам здесь вообще безумно нравится. Мы решили стать омичами. Да, здесь очень-очень крутые люди, очень крутая атмосфера. Поэтому все проводите отдых в Омске.